Всем привет! Сегодня у нас на обзоре наклонная вытяжка F612. Давайте поговорим об этом устройстве и чем оно примечательно. F612 – это наклонная вытяжка. Она представлена в двух цветах. B – это черный и W – белый. И она отлично подходит как для классического, так и для современного интерьера кухни. Фасад вытяжки сделан из закаленного стекла. Закаленное стекло – прочный и надежный материал, стойкий к царапинам и к потертостям. Вы с легкостью сможете поддерживать внешний вид вытяжки, а для ухода за фасадом вам достаточно влажной салфетки или обычного моющего средства. Закаленное стекло безопасно, так как при повреждении оно крошится на фрагменты, а не на режущие осколки. Вместе с вытяжкой идет металлический жироулавливающий фильтр. Но предусмотрена возможность установки и угольного фильтра, который позволит рециркулировать воздух. Да, у этой вытяжки, помимо обычного отвода воздуха в вентиляцию, предусмотрена еще и функция рециркуляции. Данная вытяжка имеет мощность 194 Вт и производительность 600 метров в кубе. Шум – это самое неприятное, что может быть в работе вытяжки, особенно когда ее нужно на время оставить включенной. Однако с ним все не так просто. Уровень шума сильно зависит от внешних факторов и от качества установки вытяжки. Поэтому для того, чтобы ваша вытяжка работала с уровнем шума, близкому к указанному в паспортных данных, необходимо позаботиться о качестве установки вытяжки. Если вытяжка работает в режиме рециркуляции воздуха, то необходим угольный фильтр. Без него рециркуляция не имеет смысла. Но этот фильтр повышает уровень шума на 10-15 дБ. Это важно учитывать. Если вытяжка работает просто на выдув воздухоотвод, то здесь важно учитывать, чтобы было как можно меньше изгибов в воздушном канале. Чем меньше изгибов, тем меньше шум, а также больше тяга. Поговорим теперь об управлении и освещении. В модели F612 управление сенсорное. Оно позволит вам легким движением пальца регулировать настройки. За счет отсутствия щелей и выемок в панели управления туда не будет попадать грязь. И это обеспечит простое поддержание чистоты и увеличенный срок службы прибора. Освещение у F612 светодиодное. Это и долговечность, и большая мощность при невысокой затрате электроэнергии, и стеклянный рассеиватель, который удобнее мыть. Уход за вытяжкой тоже немаловажный пункт при выборе устройства. Металлический жироулавливающий фильтр легко снимается и моется как вручную, так и в посудомоечной машине. Вытяжку со светодиодным освещением, как я уже говорил ранее, удобнее и безопаснее мыть. И, конечно же, конструкция самой вытяжки. Чем больше стыков в корпусе, тем хуже. Там начинает скапливаться жир, и их труднее будет мыть, и со временем они загрязняются. У вытяжки F612 таких стыков нет. На этом у меня все. Необходимые подробности для покупки F612 вы можете найти на сайте coopersberg.ru. Пока!